Сегодня в Чебоксарах официально открывается пляжный сезон. Вчера места для купания проверила специальная комиссия. Как и в прошлые годы, без ограничений в городе будут работать 4 пляжа. Центральный, Новосельский, Левобережный и пляж в районе улицы Афанасьева. На них уже завезли свежий песок, на Центральном уложили деревянные настилы, чтобы отдыхающим было более комфортно спускаться к Волге. В местах отдыха начнут дежурить спасатели и медики. Они будут находиться на пляжах до 20:00. В ночное время за безопасностью проследят специализированные охранные организации, сообщил в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.